недавно. Итак, спонсор выпуска программы «Прогноз погоды». Вот видите, здесь, да? Песок из Полоцка. Лидер мировой пескодобычи. Огромный выбор полоцких песков в сети гипермаркетов «Сахара». Песок всех видов, но только желтый. Самобытов. Полоцкие пески. И еще 2000 лет. И мы не оставим никого из нас. Полоцк, песочный переулок 6. Просто добавь песка. А теперь о погоде. В нашем царстве, по его границам, будет преобладать нормальное давление. 2-3, ну максимум 4. Дуга фронта антициклона на южной части, там не очень хорошая такая, сместится чуть ниже. Да, по всей области будут дожди. Крупные такие дожди. С градом. В области, в двух центрах, в столице, Минактиты-Павлики, вокруг будут большие туманы. Да, на захваченной территории пески. Песочек.